никому не нужный блог. Йо-йо-йо, никому не нужный блог. Везем малышку Яриса делать подвесочку с тормозами к Максу Мотовилову, который Хонды любит больше, чем Тойоты. Попробуем его переубедить. Вот он, гараж мечты. Готовченко. Все, спасибо. Давай, еще да. Короче, отдам хорошие руки комплект мечты. Задняя балка барабанная. Стойки разной степени ушатанности с прикипевшими к ним тягами. Пружины, одна из которых лопнула. Диски с износом. Все вот это добро. Ура. Пока мы ремонтировались, лето наступило, а значит, пора надевать летнюю резину. Мне на самом деле колесики очень нравятся, и вообще не станцуха, это как картинг, но они прикольно идут, кажется. Больше всего достается брызговикам. Брызговики безбожно бьются об любые выпирающие поверхности, типа лежачих полицейских. Думаю, что нужно просто снять их нахрен. Да, кстати, отдельный респект ребятам из Невмятин. Они полностью убрали какие-либо вмятины на новой двери. Быстро и недорого. Правда, после сборки двери забыли подсоединить разъем центрального замка, поэтому одну ночь у меня машина простояла с открытой дверью. Аккуратнее с этим, ребят. Еще кто-то подшутил, у меня теперь голая Марина живет в арке. Сегодня в перерывах между автотемой я поеду снимать питерский стендап. А сейчас едем интервьюировать главного шкипера всей этой движухи, Владоса Алешина. Так, чё, мы у Рарты, а вы будете снимать, потому что здесь был первый открытый микрофон? Да. Находимся вместе с самого начала, где все и началось. Первые открытые микрофоны проходили именно вот здесь, в музее современного искусства Рарта. Вот, и я сюда юным, неокрепшим пришел и понял, что я в этом достаточно надолго. Странно. Ничего, она не крутится, блядь. Она заржавела, мне кажется. Вот здесь я и ночевал. Раньше тусовался с байкерами, теперь вот вожу самокат. Давай, давай. А, как я пришел в стендап, ребят? Старперы ебаные, послушайте нормального человека. Первый раз посрал тут. Мы давали какую-то обратную связь, как будто, знаешь, побывая на вот этих съемках Comedy Battle, не спать, мы типа разбираемся, надо говорить про вот это, надо говорить про вот это. Ну, все же субъективно. Субъективно, блять. Мне кажется, не надо еще в первую очередь бояться принимать, пробовать и экспериментировать в сексе.